В ведомстве связывают совершение данных преступлений с недостаточной профилактикой наркопотребления в школах, медучреждениях и семьях. Следственные органы также отмечают, что существует проблема взаимодействия полиции, системы профилактики и медицинских учреждений в части проведения работы с подростками, склонными к употреблению наркотических средств. Кроме того, поверхностный медицинский учет приводит к тому, что подростки длительное время не посещают врача, продолжают потребление наркотиков, повторно совершая преступления. Подобная ситуация выявлена во Владимире, а также Юрьев-Польском, Везняковском, Александровском, Кольчугинском, Петушинском и Ковровском районах. В целях оказания совместного влияния на благополучие детей, страдающих пагубной зависимостью, Следком направил в администрацию области списки несовершеннолетних, нуждающихся в особом контроле. Помимо этого, ведомство сформулировало список предложений по усилению контроля за наркозависимыми подростками.